Блин, АКМ, уф. А это... А, это тоже человек, я думал, это бот. Бля, там люди носятся. Сидим. А? О, хороший. Коммунист один. Такс. Залетело ему. Это челобот. Чисто на ход ему дал. Ну там в духе тоже челобота, наверное. Мы тут. АКМ Вещ. Да. Дробовик грёбаный. Так, захир грудак. Нахер пошел, мышь. Катка. Пятерых. Цикаема. Иди-ка нафиг. Я камни забегаю. Нет! Ай-яй-яй! Ну пусть я... На старый, короче, на мосту, понял? Да-да. Не очень херово. Это Мьёльнир. Там двое. Двое. Да, это Мьёльнир. Держитесь. Ну, на херовой ситуации, если честно, у нас на насыпи и на старой. Я уже обхожу насыпь этим. У нас на старой двое лучше посетить. Вижу насыпь. Вы его пугаете гранатами? Блин, он ушел. Ух, ёб, граната! Я дверь открыла. Да, ходит где-то с левой стороны. Никого. Я помню. Не хочешь попробовать межангарник? Тихо, дайте мне звук. Просто пытаюсь выловить полян с МДР-кой. Крысу либо взорвал, либо он где-то спрятался. Да. Сидит. Да, второй этаж АГС-ка. Угу. Понял, вот он сейчас. Дал ему. Вот калаш, походу, ваш. Это не бот. Да, двое. Их двое. Да-да-да-да, их двое. Минус.
заходить. А, нет, с ним бесполезно. Пикап. Сейчас. На втором этаже пока. Убил. Поех? Да. Тоже внутри? Да, да, да. Я внутри. На первом. Если жрачка будет, скажите. Не, ну они просто Опять. Насыпь. Насыпь, насыпь. У тебя оптика работает, Степ. У тебя оптика или нет, Артём? Да, нет, нет, да. Насыпь никого не вижу. Блять, он левее. Возле автобусного парка. Я на автобусном. Аня, ты где? На будке постой. Значит, ко мне лезет через контейнер чел. Ну, да. Мьёльнир минус. Контейнер аккуратно, там он цеплялся за колючку. Может быть, сел снаружи. Там труп какой-то лежит у дороги. Ну это... Снаружи, как выходишь, от тебя слева. Мьёльнир минус. Контейнер аккуратно, там он цеплялся за колючку. Может быть, сел снаружи. Там труп какой-то лежит у дороги. Ну это... Снаружи, как выходишь, от тебя слева. Вот он стреляет. А ты где? Он влево, Ань, бежит. Зеленым. Вдоль нашего запада. Идет к Мэтту на автобуску. Да. Убил. Ага. Да. Я пришиваться. Мне сестр, кудашка. А подожди, а где мутант? Ты где его убивал? А мутант точно стрелял. О, не мутант, но этот, как его, придурочная эта хрень, которая больно бьет. Видимо, это РФБ была. Лутаю, очень опасно, типа, на входе в автобуску. Вот ехать. Я вроде тут бегаю, по мне никто не стреляет. Может быть, звуков просто от бешки. А вон труп лежит. Лежит? Да, вот. А ну, где он там лежит? 24-й. Не увидел. Нормально одетый. О! А, капец, я тут проходил, не увидел. За колючку зацепился. Вот что я скажу. Думал, там Мьёльниры, блин. Не ты сейчас ходил? Он с первого на второй светит фонариком. Этого убил фонариком. Там вроде МП-7 или что-то, какая-то херь. Дали МК должна быть или что-то. Ну что-то глушеное, короче. Да, я слышал. Проверяю первый, чтобы списать сюрпризов. Даю гранату за перепрыгу. Да, стоит правая комната. Через улицу обойду. Скажи мне точно, в какой комнате от тебя. От меня был справа. На улице еще одного убил. Меня был справа, может, перебежал, я его не вижу сейчас. Я не смогу через улицу обойти. Там на магазине люди, возможно, еще есть. Пускаюсь тебе на второй. Давай. Справа он был, да, говоришь? Ну, был справа, может, перебежал. Включил фонарик, что нет. Влево перебежал. Минус. Хорошо, центральное бюро. Ху-ху-ху. Что, хорошие ребята? Вот и люди тут.
комнате никого. Закрыл ее. Но это вряд ли снимет. Это да, это вообще отдельный чел. По палаткам. Третий этаж открыли. Я вот тебе сам, да? Да-да-да, я перед тобой. А мне, да, убил меня, лежит где-то, не знаю. Значит, я не ошибся. Это у палаток? Я в торце двушки. Это здесь же аккуратно. Убил меня! Блин, он на спереди двушки, спереди двушки. А, пышки, да? Угу. Волтыни. Волтыни, а он мне что-то... С сектантским ножом, все дела. Капец, что за маньяк, блин. Лежит опасно. Он может написать в чате восклицательный знак настройки по-русски слитно. Блин, шо-то. На третьем есть у меня. Итак. А, либо лютый рассинхрон. Лучше так. Блин, как же он быстро прицеливается, уф. Если бы читаки не убивали, вообще было бы здорово. Убил одного типа, мост на старую. Я с ним посидит. Я не убил его, он за газелью. Он лег, наверное, когда я по нему стрелял. Может, это второй? А, да, это второй. Действительно, вот валяется. Ну, первый. На лестнице. Не убила. Он сверху. Лена летает херово. Подниматься буду. Подожди, кидай гранату, подожди. Прям четко кинул. О, туда. Одного убил, собрал. Давай с рестартим тогда. Ой, блядь! Я на втором. Как ты взялся? С другой стороны захожу. Мертвый должен быть. Должен быть мертвый. Стой, не ходи туда пока что. А, ЧВК!
ящичек лутал. Ну это по-любому он и был, вот я прям уверена. Вон он, значит. Что-то он и спрятался вот тогда. А где именно? ППшка, машина. Не увижу никого. Он на первом этаже. Одного убил. На первом. Угу. Еще ходит на первом. Я сзади. Еще один минус. Перешала. Бивал работаешь. Да. Второй прокидывали, никого на втором? Прокидывал второй. Я работал. Проверяю коморку. Второй. Чисто. А, смотрю еду. Минус один. О, там это пусто темпл пошел. Да. Второй. Да, второй. Там, по-моему, справа в конце моста что-то лежит, я не уверен. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.